я. Вот, пан спортсмен, да, классно, хорошая вещь для тренировок, можно ходить прямо на балконе, да, никуда, ни на улице, нигде, а прямо на балконе можно и так вот побегать, интересно, да, хорошая вещь, да, здоровый дух, пусть будет в здоровом теле. Да, физические упражнения, они мало полезны, но не то чтобы они полезны, просто они по сравнению с духовными упражнениями, они действительно выглядят как мало полезны. Да и все, в принципе, что вне Божьего Духа, как бы, да, вне духовного познания, оно мало полезно. Но классно, да, полезно, на самом деле, мало, но полезно. Ух, я заметил, что и молится лучше, и как-то вот мысли яснее, когда немного раз так пробежался. Ну, сейчас по улице походил, на улице тоже классно. Сейчас дождик такой был небольшой, свежо на улице. Но вообще, говорят, надо, самое главное, дыхание при этих упражнениях. Да, пусть Господь благословит. Да, из Чебоксар, с любовью во Христе Иисусе. Приветствую всех вас. Фу, благословляю. Аллилуйя. Да, с Богом, дети Божьи, с Богом, друзья. Аллилуйя. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Аминь.